рядовой Романов. Внимание, внимание, это я. Подходит. Внимание, запали лодку, лодку, запалил, метку поставь. Да я уже заметил. Лучше скажи, будет высадка там или не будет? Ну, судя по тому, что никто не стреляет, могу сказать, что, наверное, ее не будет. Она здесь, она прям... Нет, прошла, прошла мимо. Че, прям к рядовому Романову идет? А, вижу ее, она вообще с юга сейчас. Стреляй, болот. Она, по-моему, пустая лодка-то. Офигеть, клин. Словил. Словил клин. Либо они там прям в воду вышли. Они в воду смогли выйти, они в водолазных костюмах. Паша живой? Нет? Я живой, там, клин чё. Это у спитера какие-то проблемы, то ли с станцией, то ли ещё, она у него... Господа, я подранил. Шифтер. Шифтер? Вижу, лодка плывет, лодка подплывает. Да. Не гранаты, это я пару ГП кидал. Лодка, да, красная под... Блядь, не застрял, сука, ко мне. Кто по берегу? А вот это уже не я. То ли же сейчас на берегу. Я. Там впереди кустов есть. Там наверху, да. Сару, у тебя с той стороны, короче, по острову бегает потом. Это не я, это я! Нет, справа. Справа, Саша. Это три водолаза на вот. Еще бери. Я лягу подавлю. Четыре коробки осталось. Достаточно. Я их и так буду. Серексар, лодка... 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 Я сейчас на западе вижу. Маленький рубинки. Один лодка маленький. И нам быстро ход. С базы главное... Смотрите иногда назад под вышку. Они могут просто заползти поставить. Вижу водолазов, они это, плавают тут. Где они плавают? На левой стороне, по острову не стреляйте, это я. Они в воду нырнут. Лодка с севера, короче, северо-запад. Есть пистолет? Пистолет есть? Нет. Ладно. Одному голову прострелил, но он вроде как жив. Одного... Ну, блин. Здравай, Рома, держись. У меня прикольно глюкануло. Все магазины пропали. Нормально. Так, по острову не стрелять, я тут ухожу. Пока я жив, пока отвечай, не надо. Хорошо, воюй. Да хранит тебя Аллах. Да я сейчас ничего не могу сделать, не под водой вообще сидят. Они там долго сидеть, ну как бы не могут вроде. Я поздравляю тебя, но типа это, типа голод. Маленькая надувная лодка на западе стоит, они походу с нее выпрыгнули и сюда плывут. Брат, они долго будут плыть. А восток наблюдает кто-нибудь? Дым кинул туда, где будет, я не мало. На восток, по-моему, очагаржишься, правильно? Я бегу к базе, ну там лодка была, она лодка была на север. Потому что я пока бегал к ящикам за патронами, я не смотрел. Еще одного видео, работы по ним. А, вот вон большая лодка плывет, слышишь?
Вот это не то. Там за ней еще одна надувная. Нет, за ней же тоже против. Сейчас я. Да это та же самая пустая. Была не пустая, а че она плывет так нормально? Она не пустая, там че вода не пустая, не видишь. Че, кому? Мне и в этот водитель стрелок. На маленьком острове на этом все еще враг? Нет, нормально, где водитель. А, всего души. Да. А. И Жирксар играет в этого. Как в Диснейленде всякие стоишь абсурикатов, там типа прикрыть. Сейчас Риксар, я тебе подплыву, пытаюсь подстрелять с ним, а там не буду. А, не под воду, я не. Где он? К тебе лодка идет. У нас потери-то есть вообще? Да нету вроде. Че? Ты где? С нашей стороны спитер, у которого типа слов сказал, он умер, но он как бы живой слов, я не знаю, там. Я могу спитера СД забрать. Ну попытайся, он говорит, он заходит на слот и его спектатор бросает. Кто-то меня вызывал в Диласфолд? Да, тебе медик нужен? А медик, ну, у меня ноги разве что слегка перекосы, но так норм. Еще живу. Блин, а как его связать? Его нельзя связать. Да, ну короче, те гранаты, которые кидал, были вообще рандомные, я случайно их нажал. Сори. А мы как раз уже думали, что с враг подошел. Да, ну слегка подпугался. Там говорят, и туз это возле города. Слушал, да. Так, я на лодке на юге еще сейчас на сверху буду подъезжать. Кстати, в лодке еще есть лодка, смотрю. Что такое, помню, в этой лодке не платить. В скалах у вас уже там двое шарится? Вот это уже нет. Подплывает, короче, там один. На берегу? Не-не-не, на вот этом острове, который вот который меня стреляет за вами, вот этот остров, сейчас там нет. Там. Вижу. Вода. Ушел вроде за скалу. Метку дал, метку. Да-да, там маленький такой островок лысый. Угу. Поможем мы. У меня сейчас, я, насколько помню, на этой лодке вот есть теплак. На лодке есть теплачок, сейчас я поищу людей. Давай. Сейчас бы в воде с теплаком и работать. Сейчас бы 4 человека в одном месте находились, да, под? Нормально у них тактика. Мне нравится. Да нет, это у вас тактика, вы сейчас 4 с одного входа стоите. Махули нет. Это, пацан, ты миссию делал? Да, я делал. Таблица по правам не работает. Да, так она на работать не будет. ВК уже, короче, блять. Граната. Меня подранило сильно. Они получается с этой. Я не сделал. Своя, нет? У вас этот, на востоке, с востока один десантник подошел. Сейчас я его убью. Они с севера получается. Пацаны, иду рандомить. Давай. Кстати, давно мне бы надо было бы перевязать, вообще медицинская помощь была бы неплохо. Подожди, вот. Да это я не бил, бля. Алло, ты ко мне подъехал, да? В воде? Лежит в воде, да. Гранату кинем. Кинул две гранаты.
Рыбу глушим. Жесть. Чё слышу? Это я на лодке плаваю. Самый, я не вижу никого, они где-то у вас уже на острове, на территории. Я уже так, я все блока не вижу. О, стрельбака. Лодка, лодка. Я думаю, надо же периметр проверять на остров. Они где-то здесь шерсть. Лучше мы их найдем, чем они нас будут высиживать. Северо-западная часть острова, северо-западная. Двое. Принято, то есть они, я понял, откуда зашли. У меня лодка. Ранен. Отходи, попытайся. Ранен, двое. С этой стороны попытайся их проконтролировать. Еще одного вижу. По звукам ориентируйте. Разрывов. Чё, где? Нет, подал, вот тебя. Это свои гранаты кидают? Да, дымы сейчас в район этот смотрите. Я на краю сейчас. Что? Я говорю, на краю камней. Не на краю камней, вот на краю вот этих вот, вот где, на той стороне от камней. Левее. Бело-зелёные дымы вот этот район. Глянь. Побережье. На камнях наш ходит? На камнях я, да. Это классная панамка. Я знаю. Тактикульная, бонуска. ПКМ для таких перестрелок не подходит. Подходит. В самый раз. Бил под лазер, да. Всё. Ну что, вы двоих не убили? Одного под лазер. Зеленый дымак наш ходит. Кто стреляет? С северо-запада. Там челик ходил. Высунулся. Вот здесь двое. Отбил? Или это не они? По мне что ли стреляете? Своих? А, ночью свои. Убил на западе. Нет, живы. Убил. Еще один надал. Я живой. Убил. Тут еще один. Нет. Убил. У нас минус. Тех двоих короче убили. Еще одного я убил. Смотрю еще, может там ползут. СВДшка спал. Мой голову стрелил, как-то нормально. Вроде ничего нет. Сейчас поставь.
убили двоих.